Ежегодно в этот день депутаты по Быдхинскому избирательному округу Аганес Чепнян и Родион Цирульник организуют праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые входят в Хостинское общество инвалидов. В нем числится 940 человек. Конечно, собрать всех на этом мероприятии невозможно, но внимание депутаты уделяют каждому. Здесь, конечно, придут люди, которые еще способны самостоятельно передвигаться, а те, кто по определенным причинам не может это сделать, обойдем каждого и отметим его своим вниманием. У нас есть волонтерская группа, которая все это сделает и от нашего имени. Те же, кто пришел на праздник, а это около 200 человек, смогли не только посмотреть концерт, но и принять участие в выставке. Она развернулась в фойе Дома культуры «Аэлита». Картины, вышивка – все сделано руками представителей Хостинского общества инвалидов. Всех рукодельниц депутаты отметили, поблагодарили и вручили подарки. Они оказывают всестороннюю помощь. Вы знаете, мы с ними достаточно часто встречаемся. На все просьбы они внимательно относятся к нам, помогают. Поэтому вот и подарки сегодня. Чепнян Аганес Меликович и Родион Игоревич вот для всего Хостинского района сделали вот такое благое дело. На протяжении 15 лет депутаты городского собрания Сочи по Быдхинскому округу уделяют особое внимание инвалидам, проводят тематические мероприятия и оказывают всестороннюю поддержку. И не только в памятные даты. Это все делается от имени главы города Сочи, от имени главы района, от нашего представителя городского собрания депутатов, конечно же, от нашей партии. И хочу сказать, что я думаю, что наши инвалиды, наше старшее поколение видит наше отношение к ним. Это не во время праздника, и за дня день каждый день. И адресную помощь оказываем. И скажу, что любая просьба, которая к нам подходит, мы стараемся не пропускать мимо и постараемся вот максимум, чем сможем сделать, потому что это наши старшие, они это заслуживают. У этих людей множество талантов. Несмотря на проблемы со здоровьем и возраст, многие ведут активный образ жизни, занимаются творчеством и на своем примере показывают, что главное – это ценить каждый прожитый день и быть полезным. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.